Вот и кончилось лето, дорогие друзья, но это скорее повод радоваться, нежели огорчаться, потому что к нам возвращается его величество хоккей, континентальная хоккейная лига и наш любимый «Витязь». И мы начинаем наш первый в сезоне опрос болельщиков перед матчем. Поехали! Следили ли вы за первым выездным турне «Витязя» в сезоне? Сколько очков у нашей команды в копилке после трех матчей? 4. 2. 3. 3 матча. 6 очков. 9. К сожалению, не смотрел, не получилось. 4 очка, 2 победы. Назовите новичков «Витязя» в этом сезоне. Кого вспомните? Ну, давайте так, по-честному. Пока не знаю, не смотрел, брошюрку не читал. Надо вникать. Не вспомню, не скажу пока. Просто целиком надо матч смотреть. Мира Алтонин. Ну, кто там еще? Ну, так на первый взгляд даже не могу сказать. Вратари, 2 новичка. Больше не помню. Семенов. Семин. И знаю, что 3 игроков с Череповцов. Их так много? Евсенко, Шинкевич. Столяров, Комаров. Мос. Кокарев. Старый новый Алтон. Хривик, Ортио. Сегодня первый домашний матч, открываем сезон. Ваши пожелания команде на сезон? Победа, плей-офф. Чтоб вошли в плей-офф, хотя бы там, ну, далеко зашли, а не в первом матче проиграли. Выиграть Кубок Гагарина. Ну, мы надеемся, что этот первый матч плавненько так перерастет в плей-офф, и мы сюда обязательно еще придем на плей-офф. Поэтому нашей команде желаем только победы и выхода в плей-офф. Чтобы играли достойно. Конечно же, мы ждем от команды победы, выхода в плей-офф хотя бы. Удачи, побед. И самое главное, без травм. Выйти обязательно в плей-офф и пройти как можно дальше. Чтобы они хорошо играли. Только победа, видите, только победа. Ваш прогноз, кто станет лучшим бомбардиром «Витязя» в сезоне по системе гол плюс пас? Семин. Алтонин. Уверен. Гол плюс пас Алтонин. Ну, я, конечно, за Макеева. Новый вот этот, который еще не запомнили, 29-й номер. Кривик? Кривик, да, очень.